Парк Минного городка во Владивостоке планируют восстановить в течение 2 лет. Он станет территорией отдыха и развлечений для жителей и гостей столицы Дальнего Востока. Об этом заявили по итогам заседания Президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Министерство по развитию Дальнего Востока предложение смотрело. Они тоже подтверждают объем инвестиций, насколько помню, более 6 миллиардов рублей. Это будет самый большой парк по Владивостоку, который вот из того, что сегодня существует. Правительство края будет сопровождать проект на всех этапах. Это потребности огромные. По большому счету в городе нет парка, поэтому мы выделяем и свои денежные средства. За это время порядка там 1,5 миллиардов средств за несколько лет. Будем сопровождать этот проект, где будет представлена и зона прогулочная, публичная зона, где будет представлена развлекательная зона с аттракционами, с фудкортом, с обустроенными озерами, с велосипедно-беговой дорожкой. Мы поставили задачу и, безусловно, ребятам поможем, чтобы там была еще одна и лыжня, которая пользуется большой популярностью у граждан. Тем, чтобы парк это вновь приобрел то значение, которое он всегда имел для жителей Владивостока, для наших гостей в те ранние годы, там 70-е, стал еще более современным, стал еще более лучшим. Концессионер должен начать работы уже в этом году. Завершить проект планируется до 2026 года. Артем Белов, Диана Иванова, новости на 8-м.